про такие Но фильмы ужасов, они имеют совершенно просто самое меркантильное причин для своего бытия. Бывает, что чувства притупляются. Живешь ты жизнью размеренной, одно у тебя и то же. Утром на работу, вечером с работы, в перерыв всегда в одном и том же кафе. Одни и те же вокруг люди, все, глаз замылился, чувства все, вот они так вот пригасли. Ну, подмечили люди, психологи все измеряют, все подмечают, да. Вот. И подметили, что если какое-нибудь одно чувство вдруг подстегнуть, Да, расшевелить. то все остальные тоже начинают острее чувствовать. А какое самое фундаментальное, а какое хорошо можно подстегнуть? Страх. Напугался человек, он сразу и видит зорче, и слышит лучше, и приевшиеся бутерброды становятся прямо каким-то вот нечто новым. Вот, исключительно для того, чтобы подстегивать чувства, вот и сделаны эти кинофильмы, и этим объясняется их популярность. Для меня до самого была, честное слово, много лет загадка, пока я вот через вот этих вот ученых, которые Ой, спасибо, изучают объяснили, отец. восприятие, узнал. Да, вот парадокс.